Весы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас я снимаю ваш таро-прогноз на неделю вперед с 3 по 9 апреля 2023 года. Сегодня будем работать с колодами таро-волшебников, а также викторианским Ленорман от Таро Кастудиум. Посмотрим с вами основные события недели, на что вам следует обратить внимание, ну и к чему подготовиться. Итак, позитив. Негатив и совет. Что же у вас здесь по факту? Как мы видим, у вас здесь ложится тройка жезлов, жрица и четверка пентаклей. На повестке дня у вас задачи относительно, скажем так, ваших, не могу сказать финансовых трат, а позиций заработка, накоплений, либо, допустим, закрыть какие-то финансовые обязательства, то есть долги, кредиты у кого-то могут быть, у кого-то просто плановые выплаты, ну, допустим, там рассрочку вы за что-то оплачиваете. Тройка жезлов и жрица здесь, если смотреть по этим картам, это в первую очередь как бы не разглашать кому-то даже не материальные проблемы, просто свою материальную ситуацию, чтобы, допустим, близкие либо родственники не беспокоились, и держать свои финансовые планы в тайне. Почему? Потому что здесь, если есть какие-то накопления, лучше об этом ни с кем не делиться, даже будь то родственники, либо там братья, сестры. Потому что, могу сказать так, найдут ряд причин, из-за которых будут вас просить финансовой помощи, либо финансовых дотаций. Но даже сейчас спросим, что есть в этот ряде карт, уточним. Видите, колесо фортуны. Акцент все-таки на сохранение заработка, сохранение денег, на поиск новых источников дохода. Причем в большинстве своем это, знаете, как поиск пассивных источников. Но, в принципе, попытки увеличить свой финансовый доход. Это то, к чему вы будете стремиться. Давайте проясним эту ситуацию с точки зрения личной жизни. Для тех, кто у нас свободен, аркан Солнца, могу сказать, что вы здесь самодостаточная личность. Да, могут быть знакомства, но знакомства, знаете, как не то, что нетривиального плана, как свободные отношения без обязательств. Это то, что вам будут поступать, какие предложения, но могу сказать, что вы от них будете закрываться, потому что четверка пентаклей – это не желание что-то менять, это желание сохранить себя, свою ценность, целостность, свою стабильность. И, в принципе, нет желания размениваться на пустые связи, которые для вас бесперспективны, неинтересный, либо, знаете, говорю, одноразового характера, то есть вас это особо не прельщает. Если же вы в любовных треугольниках по девятке чаш, вы довольны текущей ситуацией, обстановкой, всем происходящим. Более того, здесь любовь кипит, эмоции кипят, и вы будете тщательно оберегать этот союз, эти отношения, хранить их от посторонних глаз, эти отношения, дабы никто об этом не узнал, потому что вы цепляетесь за это партнерство, но для вас чрезвычайно ценное, вы стремитесь его сохранить. Пусть даже в таком статусе, в таком контексте, но вам сейчас это необходимо. Если же вы у нас в стабильных союзах, то и здесь все стабильно. Десятка пентаклей – счастливая, размеренная, стабильная жизнь, будь то у вас гражданский брак, официальный, или вы просто встречаетесь. Но здесь это, знаете, стремление удержать какие-то семейные перипетии в вашей жизни от посторонних глаз. Это по принципу, знаете, счастье, любви, тишину, потому что все ваши планы, цели, идеи, задачи, свершения, это, знаете, как держать при себе, пока ни с кем не делиться. Но по принципу, пока ситуация не вызреет, не выгорит, не реализуется, ну, знаете, как, чтоб не сглазить. Но неделя здесь у вас прекрасная. Если смотреть арканы с точки зрения работы и заработка, и вы, допустим, на текущем этапе у нас не работаете, то по аркану император здесь либо быть на попечении, на содержании у отца, супруга, брата, либо может идти поддержка от мужчины вашего рода, то есть от близкого человека. То есть есть ресурс, благодаря которому вы себя ощущаете комфортно. Но, еще раз хочу сделать акцент, здесь нет пока дополнительных источников дохода. Здесь рассчитывать на то, что вы уже накопили, заработали, то есть этими деньгами вы распоряжаетесь. Если вы у нас соискатель, то аркан двойка чаш. Он указывает и говорит о ситуации, что благодаря помощи и поддержке ваших близких вы можете пройти собеседование. То есть есть шанс на получение вакансии. Пока вы это держите все в тайне, потому что, ну, сам контракт, допустим, еще не будет подписан. Поэтому вы не хотите спешить и разглашать ситуацию раньше времени.
И если же вы у нас наемный сотрудник, то по аркану отшельник. Есть мечты, есть планы, помимо основной работы, раскрыть, реализовать свое хобби, свое, знаете, как стремление, свою внутреннюю потребность, то есть работать на себя. Но поскольку доход пока еще не оправдывает полностью ваших надежд, не закрывает все ваши базовые потребности, вы как медленно, планомерно к этому можете идти. Но не решаетесь пока, допустим, уйти с найма, да, полностью на вольный хлеба. То есть откладывайте эту ситуацию на потом. Единственное, что здесь может быть, это если вы уже вышли на пенсию, вас отправили на заслуженный отдых, то искать все равно себе дополнительную работу или подработку. Единственное, что это у вас может быть неофициально. Если же у вас свой собственный бизнес, то по королю чаш. Это как наслаждаться, упиваться текущей ситуацией. Это более того, анализировать уровень вашего дохода, прибыли. Это планировать какие-то дополнительные услуги или товары, пока вы это не будете разглашать. Это только, знаете, как мониторить почву, пытаться это внедрять, чтобы посмотреть, как это отразится на вашем заработке. И если смотреть эти арканы с точки зрения состояния здоровья, то здесь акцент на иммунитет, потому что он может здесь шалить, могут быть легкие простудные заболевания, но здесь ничего критичного нет. Причем они будут протекать, знаете, как легко, бессимптомно. То есть это может быть просто слабость, усталость, какая-то там расхлябанность, где-то пару раз чихнули, но ничего серьезного. Что у вас в негативе? Пятерка чаш, рыцарь мечей и звезда. Это то, что приходится откладывать пока реализацию какой-то мечты на неопределенный срок. Просто менять планы, идеи. И сейчас хочу дотянуть еще, что здесь по четверке чаш. Это, знаете, что как война, либо какие-то геополитические изменения полностью разрушили ваши планы, ваши цели. Вы теперь можете не понимать, куда вам двигаться дальше. Вроде бы и таланты, и возможности есть, но в чем себя применить? Пока нет понимания. То есть это, знаете, как внутренний диалог с самим собой. В чем себя раскрыть? В какой нише раскрыться в целом? В чем вы можете быть талантливы? Из-за этого будете переживать. Но это в большей степени касается тех, кто сейчас или в поисках работы, или в поисках, знаете, как смены локации. То есть это не касается тех, у кого свой собственный бизнес. Совет. По девятке пентаклей. Все-таки акцент на себя. Вкладывайте ресурсы в себя, в частности, в свои знания, в обучение, в свое развитие, в продвижение. Поверьте, никогда знания не бывают лишними. Что бы вы ни изучали, вы не знаете, когда, в какую минуту жизни вам это пригодится. Будь это какие-то курсы кройки и шитья, языковые курсы, либо еще какие-то моменты. То есть в любом случае это будет вашим хлебом, то, что вас может кормить. Поэтому чем большими навыками вы владеете, тем более, знаете, как ценным экспонатом, ценной личностью вы становитесь. Ну и, конечно же, девятка пентаклей – это не только про знания, про обучение, это про самодостаточность, это про независимость. То есть это к чему вам нужно стремиться. И опять же, вкладывать деньги в себя, в свой имидж, в красоту, в свое здоровье, в смену, допустим, гардероба как такового. Потому что по девятке пентаклей – это не просто жизнь в райском саду. Это выглядит статно и статусно. Это быть довольным собой. То есть для кого-то это будет период даже таких внешних изменений. Смотрим с вами неожиданность периода. Что же здесь по факту? Так, мыши, башня и мужчина. И дно колоды у нас клевер. По картам это идет решение бюрократических вопросов, ну, потому что здесь, видите, мыши тянут одна другую. Решение вопросов в госструктурах через человека, который вам может оказать протекцию. У вас даже дно колоды карта клевер, то есть человек, который помогает в решении этих вопросов. То есть это в целом требовательный человек, это человек высокого социального уровня, чиновник или просто, знаете, говорю, партнер, которого сложно добиться и получить его благосклонность. То есть человек неприступный, как крепость. Это может быть как в личном аспекте, так и, допустим, в социальном аспекте, если вы кому-то обращаетесь за помощью. Но, тем не менее, одно колода клевер – это добиться его благосклонности, соответственно, его протекции в решении значимых для вас ситуаций. Будь то получение документов, восстановление, ну и любые другие юридические какие-то моменты.
Ну, не обязательно юридические, они могут быть любого характера, но здесь просто, знаете, как человек поспособствует решению вашей проблемы. Я, конечно же, для вас закрою весь вот этот вот, который здесь имелся, негатив позитивом. Пусть все-таки ваши мечты исполняются, а ваша жизнь будет изобильной, стабильной и, самое главное, счастливой. От вас, мои хорошие, буду ждать обратной связи по прошествии периода. Не забывайте ставить лайки, комментарии. Если вам видео понравилось и было для вас полезным, делитесь им с друзьями. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.